Семена гвоздики Супровайт, Супровайт, новинка селекции. Белоснежные игольчатые цветки диаметром 4 см усыпают весь куст с мая до самых заморозков. Как будто снежные пушистые шапки остались лежать в саду под лучами яркого летнего солнца. Однолетнее растение отличается хорошей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Ему не страшны ни холода, ни зной, ни дождь. Высаживают гвоздику Супра в плодородную некислую почву. В землю с повышенной кислотностью вносят доломитовую муку или древесную золу. Главное, чтобы на участке не было застоя воды и переувлажнения грунта. Гвоздика Супровайт – это однолетнее растение высотой 25-30 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Гвоздика прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания гвоздики прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает гвоздика Супровайт в месяц с мая до заморозков. Цветок окрашен в белый цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.